Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер один. Подводим итоги. Раздел «Действия с десятичными дробями». Задание 1. На примерах вычисления суммы и разности чисел 28,4 и 16,65 рассказываем, как складывают и вычитают десятичные дроби. При сложении десятичных дробей мы записываем первую дробь под второй дробью таким образом, чтобы запятая совпала с запятой, то есть запятая под запятой. А дальше мы можем добавить сколько угодно нулей для выравнивания разрядов. Вот в данном случае мы добавили 0 в разряде сотых. А теперь начинаем сложение. 0 прибавить 5 будет 5. 4 прибавить 6 будет 10. Пишем 0. А 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 8 – это 9. 9 плюс 6 – 15. Записываем 5. 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 2 – это 3. 3 плюс 1 – это 4. У нас получилось 4505. Но мы сносим запятую под запятой. И получаем ответ 45,05. Теперь эти же числа отнимем. Все то же самое. Записываем запятая под запятой и начинаем вычитание как обыкновенных чисел натуральных. Добавляем 0 также для удобства вычисления и начинаем вычисление. 10 минус 5 будет 5. Мы занимали, чтобы отнять эту пятерку в разряде десятых. Отнимаем. 3 минус 6 нам не отнять. Занимаем в разряде единиц. 13 минус 6 – это 7. Занимали здесь 7. 7 минус 6 – это 1. И 2 минус 1 – это 1. И сносим запятую под запятой. Получаем ответ 11,75. Задание 2. Найдем сумму. 0,004 прибавить 1,002,637 и прибавить 8,7963. Выполни вычисление столбиком. Мы записываем все три слагаемых запятая под запятой и начинаем выполнять сложение как обыкновенных натуральных чисел в начальных классах. 0 плюс 7 плюс 3 будет 10. Пишем 0, 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 4 – это 5, 5 плюс 3 – это 8, 8 плюс 6 – это 14. Записываем 4, а 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 0 – 1, 1 плюс 6 – 7, 7 плюс 9 – 16. Пишем 6, 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 0 – 1, 1 плюс 2 – 3, 3 плюс 7 – 10. Пишем 0, 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 0 – 1, плюс 1 – 2 и плюс 8 – 10. А теперь сносим запятую под запятой. Получаем ответ 10,640. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.